другим темам. Красноярцы выбрали облик остановок. Сегодня итоги масштабного опроса горожан подвели в департаменте городского хозяйства. Обсуждение того, как должны выглядеть павильоны для ожидания общественного транспорта, началось еще в середине марта. Все желающие оставляли свои пожелания на сайте городской администрации и голосовали за один из 10 предложенных вариантов. В итоге большинство жителей города предпочли вот такой проект. Подобный павильон установлен на остановке театра Пушкина. Планируем, что к середине мая месяца будут завершены конкурсные процедуры. У нас будет заключен муниципальный контракт с победителем данного аукциона. И в городе пойдет комплексная работа по установке и смене уже вышедших из строя остановочных комплексов.